Вот ветер, вид метромоста чуть-чуть, с другого угла чуть-чуть. Вот. Видишь, значит. Солнце светит в глаза, снимать очень тяжело. И там виднеется Нижегородский цирк. Все сделано по как указу Валерия Павловича Шанса, бывшего нашего губернатора Нижегородского. Благодаря его сделан метромост и цирк. Давно был, как говорится, в нерабочем состоянии. Видимо, солнце освещает. Ослепляет. Ничего не. Вот он всех поймал. Нижегородский цирк. Ну как-то было, когда поступ сделали, ну здесь было день рождения Валерия Павловича. Сейчас здесь Алла Пугачева в этом цирке. Метромоста, старое здание. Нижний Новгород очень большой, красивый город. Больше 1,5 миллиона народу. В 2021 году будет 800 лет исполнится. Маки, яхты маленькие. Или никакие соревнования плохо проходят, чего ли? А, снимать плохо. Здесь снимаю очень крутой спуск. Пока, до свидания.